Коллеги, и вновь рядом со мной представители солнечной Мексики, улыбчивые, замечательные люди. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? De la compañía, ¿eh? Sí, hola, venimos de México, traemos muy buena calidad de producto. Es nuestro estado de Michoacán, que traemos frutas orgánicas de muy buena calidad, muy buenos sabores. Esto, pues después de la pandemia, ya saben que tenemos que hacer cambios en nuestra nutrición, dentro de nuestra alimentación, y yo creo que llegamos en estos momentos para darle para adelante. Здравствуйте, мы представляем мексиканскую компанию Барта. Мы привозим свежие и сублимированные фрукты и ягоды из Мексики, и также замороженные, которые после пандемии особенно очень важны для нашего организма, потому что нам всем не хватает витаминов. Собственно, вот этим мы и занимаемся. Я вижу, что это невозможно красиво. Во-первых, сразу видно, что очень вкусно. Подскажите, пожалуйста, у вас есть стенд, где, наверное, еще представлено еще больше продуктов, где наши посетители могут оценить по достоинству их внешний вид и вкус? Es que su producción se ve guapísima y riquísima, y pues usted, claro que tiene el stand en esa feria, donde pues los visitantes podrán ver toda su producción, sí. Y probarla, por ejemplo, o preguntar algo. Sí, sí. Estamos en la mejor disposición de darle la información, tarjeta, número, correos, para poder trabajar. De hecho, tenemos ya oficina aquí para poder dar información. Mucha calidad y productos orgánicos y convencionales. Да, конечно же, у нас есть на этой выставке стенд свой, и мы представляем там мексиканские продукты. Вы можете подойти к нам, мы дадим вам обязательно нашу визитную карточку, где вы найдете номер телефона, электронную почту. Также у нас есть свой офис в Москве, куда мы приглашаем всех потенциальных клиентов, чтобы обсудить деловые вопросы. Вы можете с нами связаться, пообщаться с нами на стенде. Приглашаем вас. Расскажите, пожалуйста, 21-й год – это год, когда вы впервые выходите на российский рынок или вы здесь уже были представлены раньше? Pues esa feria es su primera feria en Rusia, sí, sobre el mercado en Rusia, sí. Sí, la de nosotros, sí, es primera vez que venimos. Estamos muy contentos porque estamos viendo que sí hay potencial de nuestros productos. Y por favor pasen a degustar de nuestros productos para que lo sientan en su paladar. Да, это первый раз, когда мы приезжаем в Россию, и мы очень довольны, потому что видим, что российские предприниматели очень заинтересованы в сотрудничестве с нами, поэтому мы приглашаем всех на наш стенд, чтобы обязательно приходили, попробовали, убедились в том, что у нас действительно продукты высшего качества, так что приходите. Замечательно. Я тоже хочу сказать спасибо огромной выставке, потому что в конечном итоге, если вы найдете импортера, найдете партнеров, в конечном итоге выиграет простой покупатель, который сможет на полке магазинов найти потом эти замечательные продукты. Спасибо большое. Pues, señor, dice muchísimas gracias a la feria y a usted también, a su compañía, porque gracias a esta feria usted va a tener muy buen negocio, sí, y también va a negociar con la gente mejor de Rusia, y por eso, pues da muchísimas gracias. Sí. Sí, muchas gracias a ustedes. Estamos en la mejor disposición de América Latina de hacer cambios en nuestra salud, hacer cambios en nuestros cuerpos y hacer beneficios para ambos países. Con mucho gusto. Выражает огромную благодарность тоже выставке вам, потому что это очень важно и для нашего здоровья в том числе, чтобы мы могли с помощью свежих фруктов и другой продукции, которая есть у нашей компании, могли подкреплять свое здоровье, чтобы все было хорошо. Так что спасибо огромное. Спасибо вам и удачи на нашей выставке. Muchas gracias. Muchas gracias.